Здравствуйте и добро пожаловать в следующий час. В этой части Мелкуайр будет изделать оружие, производить очень много оружия. Не очень много, но очень отличное оружие для нас. И Мелкуайр сказал, это очень редкий в качестве брони, это будет отражать маги. Я могу сделать один приземлический платье. Конечно, это будет максимальной обороны. Или я могу сделать три эффективные, но не так эффективные, как платья, приземлические шлемы. Что хочешь? It's up to you. Это тебе выбор. О, не слушала, что говорил Мелкуайр. Один примический платье, это максимальная оборона, конечно. Это, конечно, потому что платье для Лары или Анны. Но призмические шлемы не так здорово, не так мощные, как платья, но три будет. Ну, выбираешь? Хорошо. О, приземлическое платье. Просто женщина может вооруженно с ним. Хорошо. Хорошо, подожди здесь. О, откончил. Идиоты. Хорошо. И еще один раз. Это... Сонский кармен. Я буду изделать алой. Алой, знаешь, алой, когда ты обсоединит два размера металла. Нет? Не знаешь? Подожди. Хорошо. Я нашел в дикшенере. К счастью, Google Translate существует. Хорошо. Он сказал, я буду сделать сплав с ним. Но это не логически, потому что это камень, нет металла. И еще рогушка, нет металла. Не может сделать сплав с не металлическим веществом. Хорошо. Откончил. Идешь. Prism specs. Не думаете, что это последнее в моей саке умение. Рука будет самый мощный меч. Хорошо. Закончит. Rainbow. Это самый мощный меч. Хорошо. Конце концов, я чувствую, что я делаю кто-то полезный. Хорошо. Вооружаешь.
Я буду. Посмотришь. О. 194 до 222. И еще Prism Specs будет моя атака, сила нападения будет до максимума. Будет хорошо. Еще кто будет... Хорошо. Это магический атак на 1.30 будет снижает. Магикальный атак будет, конечно, серебронный стад. Хорошо. Мой очень около готовность последний, что выбор. Не последний выбор, последний из Британии. Не, из Британии. Что называется? Испытание. Последнее испытание. Хорошо, мы встретимся с тобой в последний подквест. Хорошо, мой в средний веком эпохе, но хорошо, заходи. Вилла Фионы. Дача Фионы. Говоришь с ней. Хорошо. Моя мать Марко в конце концов вернулся. Я очень спокойна. О, не переживай. Я... For good. Forever. I'm never leaving. Я навсегда в доме. Хорошо. Но, к сожалению... Хорошо. Продолжи. Нет. Это хорошо, что украла от дома Фионы. Это следующее назначение. Sunken Desert. Это место, что будет причина делицификации. So... Хорошо, заходи. Что ждаешь? Что делаешь? Хорошо. Это движение, бегание важно здесь, конечно. Один лапис. О! А я не знаю. Но атак Борис стал очень смертным. Видела, что количество атакования Борис, нападения. Принимай решение. Неплохо. Не может видеть сейчас, потому что это будет хорошо, если излечает его. Один излечение напитки. Попитки. Напитки? Напитки. Напитки. Айрон. Нет, не будет хорошо. Айрон. Айрон. Хил. There you go, heal. Продолжай, девушка. Почему так медленно? Да, это будет до сих пор, до тех пор. From now on.
as Rola Roser. Не знаешь? From now on. С нынешнего времени. Хорошо. Борис будет очень смертный. Смертное оружие в борьбе. Не нужно. Не было. Это заход. Нет, это выход. Потому что, конечно, не ведешь здесь, потому что это не будет хорошо делать его. Это очень маленький тюрьма, маленький лабиринт. Но согласно моему мнению, память, босс-монстр, немножко сложно, может быть, я чувствую, что может быть, немножко, просто немножко, не переживай, ты, конечно, способна бороться успешно с ним. Может быть. Продолжай. Конечно, это причина, это нет причины, глав причины, что называется дерева. Под дерево. Корни? Это корни. Корни лесификации. Это регион. Конечно, будет очень много. Попытаешь и бросаешь лед. Может быть, это будет эффективнее. Потому что я считаю, что не очень эффективны ваши... Нет, у их нет льодная магия. Нет. Лед 2 может быть. Может быть эффективнее. Может. Я не знаю. Я не поминаю. Вспоминаю. Неплохо. Я не читала эту, но писал, что защитный сил снижилась, когда ты бросал ледный атак. Понимаешь? Лед или воду будет снижать свой оборонный сил. А первый лед, а следующий другие атаки. А почему? Не хотела ускорить эту борьбу. Ничего не... Может быть, я понимаю, почему. Потому что, конечно, это другие размер враг. Это очень хорошо, потому что у Лары есть... Золотой стад, потому что это стоимость всего магии в видеоигре. Может быть, сокровище, конечно, может быть, враг, но это очень около, это очень близко от...
na konca, konca video igre, потому что, по-моему, вещи будет сильнее. Понимаешь? И еще это один лабиринт, что невозвращаемый. Понимаешь? И, конечно, после победы не будет. Не чувствует. Понимаешь? О, Эйансут. Посмотришь, то, конечно, охраняющий за три охраны, на знакомый охраны. Ну, хорошо, потому что мы обнаружил секрет этого борьба легкий, нет? Легкий, чем прежде, когда это нужно, что 3-4 удар. О, почему? Хорошо, ты прав. Открой. Что делаешь? Забыла? Один эликсир. Вверх. Конечно. Охраняющие. God damn it, I hate this language. Охраняющие. Просто два. Легче. Легче. Спасибо большое, товарищ. Хорошо. Это конец этого ужасной борьбы. Открой, пожалуйста, это сундук сокровища. Больный. Я болен. Нет другие стратегии, просто один стратегий. Хорошо, полный эфир, но не стоит, это очень больный. Хорошо. Никогда. Никто. Да хорошо. Открываешь. God dang it. Не был. О, что было? О! Хорошо, округаешь. О, монстры, и сделающие пещеры, пустыни здесь. Но, мой мужчина найти монстр, что просто округает внутрь земле. Вниз. Хорошо. Открой. Хорошо. В центре. Бегаешь? Почему? Ты не понимаешь, что это muscle ring. О,
Нет, нет, нельзя. Продолжай. Гиперизер, хорошо. О, 5000. Почему так сложно? Это не сложно. Эйнхелм. Есть. Это будет? Не будет. Один еще. Memory cap. Так, memory cap. Нет. Просто называется так. Хорошо. Уничтожишь. Хорошо. Это босс борба. Хорошо, это босс борба. Глов босс. Ретинитор, я не знаю. Хорошо, это как враги, что мы, видели в мосте Зенити, но скором у них есть один кор. Это будет хорошо, если ты бросал ускорение. Но это очень важно, что в этом борьбе, как в этом борьбе, как в других борьбах, это нужно, что бросаем лед, чтобы ослабить свой оборонный сил. То мы можем повредить нападение против, конечно, своей части. Хорошо. Но это кор, это синтры. Когда синтры нет, эта борьба будет сложнее, чем прежде. Поэтому мы принимали решение, что мы будем излечать синтер. Посмотришь, это очень много, 5600. Но не переживаешь, поэтому не будет проблем в будущем, потому что это не обязательно. Убить синтра. Просто, что, конечно, выше и что? Up and down, top and bottom. Верхней части и нижней части. Просто это. Ну, хорошо, продолжай. Это ускорение, что может быть полезным для хо. И сейчас в нижней части. Это борьба сложнее, когда нет центра. Когда я был ребенком, всегда так боролся с ним, и это очень... И огромная боль в голове. Но, конечно, это хорошее. Я что-то...
я изучал, прочитал. Я читал его в интернете, что в ссылке, что это будет хорошая ситуация. Но это возможность, если просто позволяешь смерть центра. Хорошо. И сейчас он будет побегает. Хорошо, побегал. Очень хороший. Что-то. О, в конце концов, нет, в конце концов, меньше мира Фионе будет счастливее. Хорошо. Уйти. И говоришь, конечно, с Фионой. Я рад, что это последняя часть. О! Хорошо. Сильный таб. Используй его. Хорошо, это. Power tab. There you go. Сильный таб. Конечно, Борис. Хорошо. Магический таб, конечно. Лара и Анна. О, спасибо большое. Избил звёры. Но, к сожалению, это будет занимать эпохи, неопытные веки, то воскресать, чтобы воскресать лес. Мое желание, что я могу жить дорого до сих пор, что моя мечта будет реальность. Хорошо. Посмотришь. Жора нужно сейчас. Хорошо, это достаточно. До встречи, до свидания.